Сегодня мы приготовим десерт из банана с киви с помощью блендера Vitec VT3406. Нам потребуется 1 банан, 2 киви и 150 грамм 20% сметаны. Банан необходимо очистить и нарезать на небольшие кружочки. Киви очистить от шкурки и также нарезать. Нарезанные фрукты поместить в стакан блендера. Измельчить на первой скорости 20 секунд. Затем в стакан добавить сметану и перемешать блендером на первой скорости, пока масса не станет однородной. Готовый десерт переложить в пиалу и подавать к столу. Десерт из банана с киви готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.